Вы ведь родились в Москве, да. А росли в Калмыкии. Да. Это связано с карьерой родителей? Да, совершенно верно. Потому что папа ваш вообще родился в Красноярске, да. Или в Красноярском крае? В Красноярском крае, недалеко от Красноярска. Это было связано с депортацией калмыцкого народа в 1943 году. Кстати говоря, скоро 28 декабря, это такая трагическая дата, когда это произошло. Мой отец родился там, потом, в общем, мои родители учились в Москве, папа работал здесь они познакомились, поженились, здесь родился я, но потом уже в связи с карьерой, работой, у меня папа инженер-технолог, они вернулись в Калмыкию. Ну, хотя мама у меня не из Калмыкии, она из Ставропольского края. Ну, тоже калмычка, да? Нет, она татарка. А, понятно, я не знал. У меня вот такая вот жгучая смесь. У вас еще есть брат и сестра? Есть младший брат, есть младшая сестра. Чем они занимаются? Ну, помимо того, что гордятся братом. Ну, да, это действительно так. Брат у меня дизайнер интерьеров, но к спорту он тоже имеет отношение. Он много времени отдал футболу. Он играл на профессиональном уровне, но в каких-то известных командах он не играл, но, скажем, достиг определенного высокого уровня, но потом решил переквалифицироваться, занялся творчеством. Но все равно футбол – это его, скажем, дело его души, то есть он постоянно организует какие-то матчи, они играют в какой-то любительской лиге, ну, то есть он этому уделяет достаточно времени. А младшая сестра у меня детский психолог. Она работает в интернате по работе с одаренными детьми. Она работает в Элисте, живет в Элисте. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».